Сгорел круизный теплоход Сергей Абрамов. Это произошло сегодня ночью в Северном речном порту Москвы. Медицинская помощь потребовалась четверым. Никто, к счастью, не погиб. На судне, по данным Министерства чрезвычайных ситуаций, находились 31 человек. О том, чем же примечателен Сергей Абрамов и почему мы начинаем информационный выпуск именно с него, прямо здесь и сейчас расскажет Александр Медведев. Саша, доброе утро. Никит, спасибо. Сначала пару слов о самом пожаре, потом о примечательности этого теплохода. Пожар тушили несколько часов, горели все три палубы теплохода, и начался пожар, скорее всего, на нижней палубе, в одной из кают. Точную причину МЧС пока не называют, но есть две версии. Первая – это короткое замыкание, вторая – неосторожное обращение с огнем. Пожар распространился очень быстро, и некоторым пассажирам пришлось даже прыгать в воду. Всего на борту были 16 членов экипажа и 15 пассажиров. Начальник пресс-службы столичного МЧС Евгений Бабулев сообщил, что по предварительным данным все люди с теплохода спасены. Однако чуть позже представитель штаба пожаротушения, находящийся на месте, заявил, что неизвестна судьба одного из членов экипажа. Во время тушения огня теплоход накренился, и спасателям даже пришлось на время покинуть корабль, и тушить его продолжили с причала и с катера. Крен был незначительный, но чтобы теплоход не затонул, стали откачивать воду из трюмов. Общая площадь пожара достигла 1500 метров. И теперь чем же примечателен Сергей Абрамов? Этот теплоход принадлежит компании «Цезарь Тревел». Его порт приписки «Москва» и построен в 60-м году, а в 2003-м был сделан капитальный ремонт. Ну а в 2007 году Сергей Абрамов стал местом действия комедии «День выборов». И именно на нем в фильме путешествовали сотрудники радиостанции, отправленные в пиар-круиз на поддержку одного из кандидатов в губернаторы. Сергей Абрамов входил в люксовые круизы и считался теплоходом очень комфортабельным. И последнее время, вот последние дни, недели, его использовали как гостиницу. Это происходит обычно как раз зимой. Ну, будем ждать как бы новых новостей, свежих новостей об этом теплоходе и о том, все-таки найден ли этот человек, которого пока не нашли, член экипажа. Спасибо большое. Александр Медведев рассказал о пожаре на Сергее Абрамове.